Легендарка с огромного сундука, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если хотите, чтобы вам также повезло. Всем привет, дорогие друзья, это новый выпуск по роялю, и сегодня, ребят, я подвел итоги конкурса, который проводил 2 дня назад. Если вдруг ты по каким-то причинам не видел этот ролик и не знал об этом конкурсе, и ты в нем не участвовал, то ты обязательно подпишись и нажми на колокольчик, тебе будут приходить уведомления, и больше ты не пропустишь такие мероприятия, потому что, ну, я планирую еще проводить такие акции. Если они, конечно, вам понравятся, ставьте лайк, если хотите, чтобы я еще разыгрывал разные спецпакеты. Я, конечно, могу понять недовольство тех людей, которые не победили в этом конкурсе. Я вас, ребят, полностью понимаю, но опять же таки, вы должны и меня понять, что я не могу всем вручить призы, было всего лишь 5 призовых мест, а участвовало около 3500 людей. Вы должны это как бы понимать. Но, ребят, не расстраивайтесь, я вот очень был удивлен, я листал стенку одного из победителей, я был реально очень удивлен, у него куча разных репостов про конкурсы, и одно из конкурсов были мои розыгрыши, которые проводил еще в феврале, практически, ну, год назад, я не помню, когда их проводил, и он участвовал в них, и до сих пор не удалил эти посты, и вот он победил в моем конкурсе и стал счастливчиком, приобрету ему сегодня спецпакет. Сейчас я нахожусь на одном из аккаунтов победителей, дальше вы увидите нарезку. Я, ребят, пока на данный момент получил 2 ответа, ну, как вы уже видите этот ролик на ютубе, значит, вы уже, наверное, полностью весь смонтирован ролик увидите, поэтому я не знаю, где я буду открывать аккаунты дальше. На данный момент мне повезло, iOS мне подобрался, мне с него очень удобно записывать. Если будут андроиды, будет немножко другой размер экрана, рамка, но надеюсь, это не повлияет на качество видео. Ну что, ребятки, я готов приступать к первому победителю, остальные будут нарезками смонтированы в этом видео, поэтому если где-то будут несостыковочки, в разное время они все отвечают, поэтому вы поймите, что я этот ролик записывал отрывками. Первый победитель сегодня получает у нас легендарный сундук и огромный. Также 5000 золота, ой, 5000 гема мы будем тратить на СМС. Ребят, вы не представляете, как я безумно рад ему донатить, потому что, блин, у него вообще легендарок практически нет. Он находится на 7-й арене. Я надеюсь, он очень будет рад, что победил в конкурсе, еще и получит бесплатную легу. В общем, ребят, не буду тянуть кота, знаете за что. Давайте приступим к открытию. Начнем с огромного сундука. Донатим. Итак, первый спецпакет, ребят, первый пак я купил. Ждем, пока она прогрузится, окей. Блин, вот это меня постоянно будет, ребят, вот так вот лагать экран и постоянно сворачиваться. Вы уж извините, это проблемы с самой программой. Так, поехали. Тесла. Ракета. Смотрите, ракета на 6-й уровень, мы почти прокачали скелетики. И дайте Хога, дайте ему Хога. Сборщик эликсира. Ну, слушайте, интересно прокачивать карты, точнее выбивать карты, когда они вообще не прокачаны. И плюс золото, смотрите, сколько ему золота. Отлично, хотя ему прокачивать нечего, но все равно золото не будет помехой. Ну что, открываем теперь легендарный сундук. Здесь, конечно, есть еще один пак, ребят, но я говорил, что открою каждому по одному сундуку, поэтому я это говорил в видео. Теперь СМС. Но я все равно думаю, что он не расстроится, все равно на халяву и легендарка, и золото, и огромное. Думаю, что претензий ко мне никаких не будет. Поехали, еще один сундук откроем. Итак, следующий спецпакет я тоже приобрел, и сейчас откроем легендарный сундук. Итак, смотрим, какая лего. Надеюсь, ему какая-то новая легендарочка выпадет. И это ночная ведьма. Я его с этим поздравляю, блин. Знаете, радости, как будто я себе выбил эту лего. Ну, реально, я безумно рад. И я надеюсь, он благодарен мне. Ну, давайте возьмем ведьму обязательно ему в колоду. Вместо... Я даже не знаю, вместо чего. Вместо мини-пеки. Не нужен тебе мини-пека, дружище. Блин, ребят, хочется одну каточку сыграть на этой арене. Реально, я, возможно, сыграю одну катку на его аккаунте, пока еще не ответили следующие победители. И также у нас есть 5000 гемов. Я их тоже потрачу на сундуки. И я надеюсь, что я имею на это право, потому что я доначу, плюс я это все делаю на видео. Поэтому гемасики я сливаю также на сундуки. Думаю, ко мне претензий не будет никаких, потому что, ну, блин, я же свои деньги сюда вкладываю. Итак, золотишко, СМС. Я, блин, не подготовился, сразу начал открывать. СМС, ребята, поставьте лайк, надеюсь, выпадет лего. Еще одна. Так, стражи открыли ему, надгробие. Рыцарь. Ай, мало выпало рарок вроде бы. Да, мало рарок. Ну дайте хотя бы полезный эпик. Фу, темный принц. Окей, ну смотрите, еще полторушка. Еще полторушка гемов, поэтому давайте откроем магический. Мало ли, вдруг повезет. Вдруг повезет, много рарок. Эх, блин, нет, не повезло. Гоблинская бочка. И что, нам еще на 2 огромных?
Ну давайте магически, магически будем открывать. Мало ли, вдруг еще выпадет Лего. Конечно, обидно, что с СМС не выпало Леги. Нет, нету Леги, и нам больше ни на что не хватает. В общем, ребятки, значит, больше, естественно, я не буду закидывать, так как я говорил, что только по одному сундучку, и было целых 5 победителей. Ребята, у меня просто бюджет ограничен, поэтому я надеюсь, претензий не будет. Ну что ж, а теперь переходим к аккаунту следующего победителя. Итак, ребятки, следующий аккаунт — это уже, конечно, Android. Тут качество похуже, размер экрана поменьше, но, думаю, не критично, потому что самое главное — это показать вам открытие и сделать отчет, что победители получили свои призы. Давайте посмотрим его карты. Кстати, смотрите, ни хрена себе, у него 9-я печка и скоро будет 9-й хок. Так, что у него по легам? Дровосека, ночной ведьмы и мега-рыцаря нету. Окей. Надеюсь, ему выпадет хок, либо выпадет печка. Погнали. Итак, первый пак я уже купил. Значит, падает тут золото. Блин, притормаживает Android. Ребят, извините. Реально, я на Android давно не записывал видео. То есть, раньше я only Android был. Сейчас на iOS реально качество изменилось. Так, отлично. Ну, к сожалению, не выпало ему то, что надо. Зато золотишко. Следующий сундук у нас легендарный. Погнали. Итак, какая же лего? Ну, надеюсь, какая-то новая. Итак, смотрим. Кладбище. Кладбище не было новой картой. Точнее, оно у него было, но и уже было на второй уровень. Конечно, очень жаль, что не новая лего. Но я думаю, все равно на халяву легендарочку плюс золото, я думаю, нормально. Итак, по традиции мы еще СМС открываем. 6600 золота, подрывник, хижина, мегамуха, адская башня. Это полезная карта для него. Элитки, фу-фу-фу. Мини-пека на 8 уровень, найс. И армия скелетов. К сожалению, леги не было, но все равно, ребят, я напоминаю, это все совершенно бесплатно. Я думаю, он останется доволен. Ну что, переходим к следующему аккаунту. Итак, следующий аккаунт победителя также у нас Android. Все тот же Android с тем же плохим качеством. Но, опять же, не суть, поэтому давайте посмотрим, что у него за карты. Тут уже прокачка похуже, 7-й хок. Все играют с хоком. Так, легендарочки, легендарочки. Прокачка вторые, первые. Неплохо прокачанные леги. Так, значит, о, у него много нету легендарок, спарки. Ну, короче, у него много нету лег. Надеюсь, выпадет какая-то полезная и новая. Сначала откроем огромный сундук. Погнали. Итак, золотишко. Дальше гоблины, Тесла, копейщики. Что за дерьмо? Извиняюсь, огненный шар. О, ну зато шарик на 7 уровень. Давайте посмотрим, пользуется он. Нет, у него молния в колоде. Ну, возможно, после этого будет пользоваться. Так, легенда. Какая же выпадет лего? Нам интересно, нас интересует только легендарочки. Итак, громовержец. Слушайте, карта очень годная и на второй уровень. Блин, вот тут, конечно, по делу. Вот громовержец очень крутая карта. Еще и на второй левел будет. Надеюсь, он и не найдет применение. Теперь давайте СМС откроем. Итак, золото. Варвары на 11 уровень. Вот-вот. Ведьма, надгробие. Ну, видимо, он эти карты прокачивает, поэтому, надеюсь, они будут ему полезны. Гигант, отлично, уже осталось 102 карты, будет он 9 или 8 уровня. Ну, фриз такой себе. В общем, еще на одном аккаунте мы открыли сундук, и давайте двигаться дальше. Итак, ребятки, к сожалению, это последний аккаунт на сегодня. Хоть и было 5 победителей у меня в конкурсе, но на видео попали только 4 по нескольким причинам. Во-первых, 5-й победитель очень давно был в онлайне, и он мне до сих пор не ответил. Поэтому он получит свой спецпакет, к сожалению, не на видос. Но давайте откроем последнему наш. Как говорится, 7-ро одного не ждут. Я долго ждал, целый день ответа, поэтому кто ответил, тот попал в выпуск. Я ему тоже задоначу, он не останется без приза, но не попадет в ролик. Ну что, поехали донатить последнему персонажу. Итак, первый сундучок у нас огромный. Поехали. Первая карта. Блин, как же лагает Android? 800 золота, ярость, лучник. Легендарка с огромного сундука, ребята, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если хотите, чтобы вам также повезло. Я... Серьезно, лего с огромного, мега-рыцарь. Вау. Вау, вау, вау. Вот здесь парень фартовый. Еще и золото, еще и... И сейчас как минимум еще одна лего у него будет, потому что мы сейчас откроем легендарный сундук. Ну давайте посмотрим, какая лего, потому что это тоже немаловажно. Платеж выполнен, поехали. Итак. Итак, какая лего нам выпадет? И это бревно. Что у нас по... О, бревно на второй уровень. Ребят, это хорошая карта. Ее очень часто используют. У нас еще 5000 золота. Ой, я извиняюсь, у нас еще 5000 гемов, поэтому давайте откроем еще СМС.
Так, мортира, сборщик, подрывник, ледяной голем, повозка с пушкой и, господи, еще одна легендарка. Да что ты творишь? Вот последний победитель, точнее четвертый, прям очень везучий. Я надеюсь, он будет рад. И это принцесска. Блин, как это красиво. И тоже на второй уровень. Ребятки, три легендарки мы ему повысили все на левел. Блин, я считаю, что этот победитель будет самый-самый довольный из всех. Ну что ж, ребят, на этом я буду прощаться. В общем, я надеюсь, вам ролик понравился. Я надеюсь, победители останутся довольны. Кто не выиграл, обязательно участвуйте в моих следующих конкурсах. Я желаю вам удачи, везения и хорошего настроения. Всем, ребятки, до новых встреч и всем пока.